Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас. И я рассказывал, вот он сидит, когда я вызвал его и говорю, немедленно снимай с улиц самое боевое подразделение и возьми под контроль штаб так называемой оппозиции. В противном случае будет беда. И была задача переодеть наших ребят из Альфы и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Это ж 50 человек иностранных журналистов, всех туда свезли, вместе с этой Тихановской и другими. И что так называемой охране Тихановского был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД, просто он усек, что что-то не то происходит. Зачем собрали в одном доме столько людей? И тогда я снял 120 человек с этих улиц, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был поджечь штаб и обвинить власть. На завтра Тихановская позвонила Караеву, попросилась на прием. Я отправил туда двух человек. Его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна. Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать и из Беларуси, будет беда. Ну, мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение, мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которые она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли ее в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился с госпредприятия, взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. Большое спасибо вам, на шею плакала, вывезли. Более того, я отдал распоряжение нашему посольству в Литве, чтобы помогли ей во всем. В том числе, если нужно квартиру там снять там и так далее и тому подобное. Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Этой сакральной жертвы не случилось. А представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Вопрос стоял жизни и смерти. И это было ее желание.